вспомните, в прошлый раз, мы заходили на сёркл, ой, свитчер, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь, раз, два, и четыре, говорили, что мы не только не ступой, что у нас сегодня баланс. И каждый раз это шаг. То есть, если вдруг мы захотим, мы можем просто пойти по кругу, а благодаря тому, что партнер нас не идет по кругу, то у нас ничего не меняется. Сегодня у нас была тема следующая. Мы делали растяжку. Вращение партнерши. Два. При этом вращение было на месте. То есть у нас вывод в открытую – это перемещение, а вращение – это не перемещение пространства. Чем скажу, что когда мы партнерши во время натяжки, мы всю ее инерцию тратим на то, чтобы отправить ее в рокстеп. Когда мы направляем партнершин в поворот, мы эту инерцию направляем в круговой рокстеп, после которого партнершин ничего не будет сделать, как в поворот. Потому что ее линейное движение уже хорошее. И потом мы объединяем эти два движения, получилось следующее. Так, да, 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 степ, степ.